Было несколько концертов, где я очень сильно волновалась. Но потом я как-то уже начала привыкать, и я вижу этот полный зал, понимаю то, что все хотят послушать музыку, и начинаю делать музыку. Мне сразу вот с первого раза понравилось уже само ощущение, то, что ты выходишь, там тебе все хлопают, мне стало нравиться именно выходить. А когда прошло несколько концертов, меня спросили, ты волнуешься? Я остановилась, и я спросила, а надо волноваться? Когда я первый раз играла с маэстро Валерием Бесаловичем, это вообще были незабываемые впечатления. Он ловит меня во всех вступлениях оркестра после моего соло, и он очень-очень хорошо слышит, где много оркестра, где надо наоборот прибавить, и где я хочу там немного оттянуть. И благодаря этому у нас получается очень хороший ансамбль. Другой профессии у меня точно не будет, я уже это точно решила, поскольку я люблю музыку, люблю именно играть на сцене и с оркестром, и сольно, и вообще играть, то это моя профессия.